Привет всем, меня зовут Нурболат. У меня братец в Астане живет, вот сестра в Алмате, я тоже в Алмате живу. Я родителей, мы похоронили их давно. Ну, лет 13, наверное. Нам очень много людей помогало. Ладно, давайте о грустном. Закончим это. Мать меня научила музыке, это железно, как бы. Если б не она, то кем бы я сейчас был, я не знаю. Все, что я вообще делаю, как я живу, как я себя веду, наверное, вот я есть весь отец и мать. Во мне в одном. Мне эта сцена просто необходима. Знаете, это как наркотик. Это я хочу быть на сцене, хочу людям дарить счастье, я хочу петь, я хочу играть. То есть это желание, оно, ну, я не могу иначе, я не умею. Это еще одна хорошая
версия исполнения этой песни, которую можно слушать и слушать. Это как последние вздохи, последние слова перед смертью. Она пропитана таким драматизмом, ну, который вырывает сердце и оставляет его полежать рядом. Я говорю «да». Спасибо. Вы знаете, я не соглашусь с Антоном. Я ее раньше слышал до исполнения Руфуса. И она мне как-то не нравилась. А именно в исполнении Руфуса она мне понравилась. А в исполнении вашем она мне опять разонравилась. Всегда нам нужно думать, о чем вы поете. Тем более вам поставили рояль. 6 человек его тащили. Я говорю вам сегодня нет. Нурбалат, я с глубоким уважением отношусь к музыкантам, к вокалистам, которые сами себе компонируют, потому что это очень большое искусство, это очень большой труд, за что я вас уже уважаю очень сильно. Я говорю вам «да». У вас реально нет никаких шансов в дальнейшем конкурировать с теми людьми, которые уже прошли, если вы не изымите из себя вот эту робость, эту неуверенность в себе и эту, опять-таки, излишнюю скромность. Здесь нужно соревноваться. Я очень надеюсь, что вы соберетесь, поверите в себя. Да. Спасибо. Як нам буде потім цікаво зустрітися з усіма у таборі, поглянути на них іншими очима і згадати, як було класно впродовж цього вечора, коли ви дивитесь СТБ X-Factor. Хочете першими дізнатися про ексклюзиви з влаштунками X-Factor? Підписуйтесь на наш YouTube-канал і буде вам щастя!